При поддержке игрового портала monsterhack.ru. Ваш позитив у нас. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Мы вновь продолжаем играть в игру Тук-Тук-Тук. Приготовьте свои светильнички. Самое время устроить обход и посмотреть, что в нашем домике творится странного. Куда подевался дневник? Я точно помню, как клал его под подушку. Ничего не понятно. Куда я мог его сунуть? Раньше память не подводила. Все это очень странно. Как бы то там ни было, его нужно скорее найти. Иначе завтра не смогу работать. Там записаны все результаты за последние годы. Ну что ж, мы снова проснулись среди ночи в нашем пустом доме. И нам уже подсвечивают комнатку с часами. Этот дневник подарил мне мой дед, когда я научился писать. Он сказал, что если я запишу у него всю свою жизнь, и с последней страницы тетрадки, тогда она завершится. Дед был последним в нашей семье, кто еще увлекался поэзией, но я был еще очень мал и понял его буквально. Я хотел прожить долгую жизнь и экономил страницы. Записывал мелким почерком, редко и понемногу. Это вошло в привычку. Потом я забыл о его словах, и дневник стал рабочей тетрадью. Но сейчас от него, от чего-то я вспомнил их снова, и мне неспокойно. Да, бормотание этого человечка меня немножечко сбивает. Я заговариваюсь. Меня ждут дела. Днем я беру образцы. Они тут повсюду. Нужно проверить состав земли, а еще воздух, воду, фауну и флору. Пардон. Включаем свет. Не смотри в зеркало, смотри в окно. Учтем. Почему вырваны эти страницы? Как они тут оказались? Не нравится мне это все. Кто-то пробрался в комнату, пока я спал, и стащил дневник. Нужно снова проверить весь дом. Я и в самом деле изрядно его запустил. Да, согласен, друг мой. Домик действительно уж очень ветхий. А, ну-ка. Я хочу поторопить время. Так. Свет, да будет свет. Ничего интересного. А вот это нам как раз и нужно. Так. Что-то приближается с той стороны. Надо поторопиться. Я не хочу быть пойманным призраком. Странно, дверь открылась. И это значит, что нужно пойти проверить. И снова мы в лесу. Так. Попробуем-ка сейчас пару шагов сделать вверх, а потом пойдем вниз. А то что-то я тут ничего не вижу толково. О! А вот и домик. Филин, это ты? Так. Прекрасно, мы движемся дальше. По нашему сознанию.
Так, встаем. И что ты нам скажешь, дружок? Кстати, я заметил, что у него в руках то свеча, то лампа. Интересно, почему? Дом и правда меняется. Так, вспоминаем, вспоминаем. Что там? Хорошо, теперь все правильно. Вот только свет надо выключать за собой. Тогда они не узнают, что дома кто-то есть. Да, я с тобой согласен. Отлично. Кроватка нам потребуется, чтобы спрятаться. Угу. Хорошо. Тут, насколько я помню, картины были с паучками, да? Может, я и зря это делаю. Я забыл, что очень важное, о чем вспоминать не стоит. Меньше знаешь, крепче спишь. Как-то здесь слишком чисто. Это я все отсюда убрал. Конечно же, я больше некому. Или нет? Опа! Там что-то произошло, по-любому. Но почему-то мне не хочется туда идти. Мне хочется пойти на чердак. Но если оно придет сюда, то я буду в западне. Я и правда в западне. Я слышу какие-то голоса. И это мне не нравится, друзья мои. Ух ты, ух ты, ух ты. А вот не надо так. А вот не надо. Оп! Ух ты! Ух ты, нет! Ух ты, нет, нет, нет. А почему его свет-то не убил? Я не понял юмора сейчас. Вообще не понял. Его должен был свет убить. Ну, включайся. И где оно? Да нифига. Он нифига не мешает. Так. Может быть, вниз сходить? Опа-па. Глазик. А глазик. А что нам делать теперь? Как я свет включу? А, даже отсюда можно включать свет, нифига себе. Вот и нету глазика. Отлично. Но, по-моему, меня ранило, нет? Что-то не ясно. Че за шумы такие, а? Так, подойдем к кроватке, пожалуй. И сейчас спрячемся. Игра стала немножечко мрачнее. Это мне нравится.
Какой коридор неприятный. Так. А, не-не-не-не-не-не-не. Вспоминай, чувак. И... Вот. Ладно, так и быть. Выключи. Ух ты! Ух ты! Обернись. Ты видишь? Вижу, вижу. Еще как вижу. Оп. Они идут. Кто идет? Кто они? О, я понял. Это хреново. Нам прятаться-то негде. Я не понял. Вот это плохо. Вот это пипец как плохо, ребятки. Не буду ждать. Раз, два. Фредди заберет тебя. Он думает, что... так, рвет свой дневник, пока спит. Чувствует, что там съедает во сне свою жизнь. Что сам съедает во сне свою жизнь. В дневнике я часто обращался сам к себе. К тому, кто когда-нибудь перечитает старые записи. Это была такая игра. Но теперь мне кажется, что эти страницы написаны кем-то совсем другим. Так, о! О! Да-да-да, слышу. Скорее в кроватку. Скорее в кроватку. Опа. Обернись. Ты видишь? Вижу. И мне не нравится то, что я вижу. Ну? Долго стоять будем? Давай. Опа! Молодец. Кто идет-то? Никого тут нету. Время назад пошло, это плохо. Так, по-моему, мы тут уже свет... Ах ты опять тут, а? Ладно. Что поделать? Не понял. А почему? Я же прятался. Как оно меня нашло-то? Ну, знаете. Так, я уже не помню, куда нам надо идти. Где мы были, где нет. Так, время пошло нормально. Хорошо. Так. Нам куда, наверх? Нет, там не наверх, там налево. Не смей даже вли...
Глазик. Блин. Глазик, это плохо. Да, меня немножко откинуло. Так, по времени. Но я не отступлюсь. О, что это? О. Блин, она уже близко. Плохи мои дела. А вот не страшно. Дверь закрылась. Я не понял. Так. Ну тут-то будут часики. Ух ты. Я тебе не скажу, где я. Опа! Опа, нифига себе. Вот это прикол. И куда? И чего теперь? А, вот. Вот это мне нравится. Только, блин, я столько... Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай. Часики. Да, не так уж и далеко я продвинулся в этом плане. Ладно, мы, по-моему, все тут облазили. И сделали некоторые лишние мувы. Да опять глазик этот, а? Что с тобой делать? А, мимо него мне не пройти. Что такое? Перекати поле какое-то. Глазик. Сейчас меня опять откинет по времени. Свет — это ясность. Он отделяет мнимое от настоящего. Понимание приходит со светом. Поэтому я всегда с таким нетерпением ожидаю утра. Все-таки нужно заполнить всю эту пустоту. Хотя бы для того, чтобы было где прятаться. Да. Так. Странно. До этого меня почему-то откидывало, когда я включал свет рядом с глазиком. А теперь нет. В чем же нюанс? Плохо это, плохо. Надо выходить из этого домика. Или мы не можем сейчас этого сделать? А, еще часики. Во! Вот это разговор. Деловой. Ну, мало ли, что ты слышишь. Раз, два. Фредди заберет тебя. Ой, тут прятаться можно много где. Так. Комод, да? О! Я тебя не слышу и не хочу слышать. Ох ты! А-та-та. Фрэнди заберет тебя. 3-4. Запирайте дверь в квартире. 5-6. Фрэнди хочет всех нас съесть.
Но время опять пошло опять назад. Что за дела? Я бы рад не думать о страшном, но... О, опять часики будут сейчас. А что, ничего ведь не произошло. Ты наверху там бегаешь. Ладно, ладно. Странно. Вроде бы свет я уже включал вот здесь, да? И уже вроде как вспоминал, что здесь за интерьер. Но он опять щурится. Почему? Может быть, вот так вот нужно по нескольку раз включать? Он мешает. Кому он мешает? Вот. Вот и рассвет. Отлично. Новые вещи. В эту игру нужно играть в темноте. Сядьте напротив окна и закройте глаза. Представьте себе, что во тьме за окном... возникли некие новые вещи. Мысленно произнесите фразу «Они там, я просто не видел их раньше». Повторяйте это до тех пор, пока не почувствуете, что кто-то смотрит на вас в окно. Выходите из комнаты. Продолжаем. Продвигаться по нашему мутному сознанию. Ну, расскажи нам, друг, что ты об этом, обо всем думаешь? Домик стал уже. Я люблю принимать гостей, когда-то ко мне приходили лисы из леса, иногда я даже готовил ужин для заблудившихся путников. Ставил несколько чашек на стол и мысленно разговаривал с ними. Вот тогда-то я и узнал, что больше всего на свете боюсь невидимок. Все-таки, куда подевался дневник? Скорее бы его отыскать. Сейчас это самое важное дело. Да, это очень важно сейчас. Для нас это сейчас самое важное. Ничего? Ничего. Чего ты воешь? То тут тоже пусто. Ладно. Патефон сейчас заиграет, да? Ну? Тут тоже ничего нету? Ничего нужного, что ли? А патефон заиграет, если я на него нажму? Нет. Так. Ладно. Нам осталось совсем немножечко комнат, чтобы проверить. Так. Горшок для пипи. Он нам пригодится, да? Сейчас самое страшное. Подвал. Это тебе не снится. На самом деле, вот это и есть твой настоящий дом. Почерк подделан под мой, но он все же немного другой. Это точно писал не я. Да, вот это у него глюки, конечно, друзья. Гости почти не убивают. Гости? Они просто возвращают тебя назад, потому что ты еще не закончил. Ну да, не понимаю, почему я пишу такое во сне, что же все это значит? Не, ну я-то понял, что это значит. Когда тебя трогают привидения, тебя просто откидывают по времени назад. Довольно пугающий звук от этого вентилятора, согласитесь. Что?
Ладно, часики. Вот мы и дошли до вас. Дорогие вы мои часики. Избавьте меня от этих ночных мук. Благодарю. Все мы знаем, что это значит. Настало время немножечко освежиться. Так. Так, идем, шагаем по лесу, по тьме ночной. Девочка? О, ты нам не интересна сейчас. Нам нужно найти дневник. Девочку-то мы найдем еще. Продолжаем. Я так понимаю, домики это домики настоящие, а глаза это наш сон, да? Или нет? Что-то я запутался. Умение правильно прятаться необходимо каждому. Это давно уже не секрет, это общее место. Но я еще с детства достиг особых высот в этом трудном искусстве. Чтобы тебя не нашли, соблюдай одно важное правило. Не смотри, никто тебя не увидит. Чего я не вижу, того нет. Это странно, но это работает. Ну да. В принципе, логично. Чего нет? Чего не вижу, того нет. Здесь я уже был. Давайте начнем с подвала, пожалуй. Я не люблю ходить в подвал. Это самое страшное место, и оттуда просто не выбраться без получения повреждений от наших дорогих гостей. Почему я так давно сюда не заходил? Сейчас глазик, наверное, раз появится, да? А как он чинит лампочку на расстоянии, интересно? О! Это хорошо. Это мы любим. Где-то что-то упало. Упала вилка со стола. Судя по звуку. А это знаете к чему? Это к гостям. И мы даже... Мне уже чудится. Мы уже знаем, как выглядят наши дорогие гости. Может быть, тут кроватка была? Да. Точно, кроватка. Если что, мы там спрячемся. Так. А тут у нас что? Ну, картины, как обычно. Я только сейчас заметил, что... Не перебивай меня, призрак, когда я разговариваю со своими зрителями. Да, я тебя слышу. Ну, ради бога, иди куда хочешь, я тебя не боюсь. Тем более, что скоро рассвет. Ой, а вот это плохо. Оно идет. Нет, я с тобой играть не буду. Не во что мне с тобой играть. Подружка. И
Интересно, и какую ты мне игру хочешь предложить? Я думаю о том, как найти свой дневник. А вот о чем думаешь ты, не имея башки на плечах, вот это меня тоже интересует. Давай, давай, шагай отсюда. Нам еще нужно проверить много чего интересного. Так. Ох ты, а... Ну и что? Тебе нравится мое дыхание, детка? Ну, она идет сюда. Ну, пусть идет. Здесь жарко. У тебя жар? Горячая ты штучка, я тебе хочу сказать. Вот, вот мы тебя и обманули, детка. Безголовая ты наша. Все живет. В эту игру нужно играть в тишине. За 2 часа до рассвета соберите гостей. Все выбирают себе по человеку. После этого гости должны бесшумно ходить по дому. Каждый напряженно думает о своем. Рано или поздно вы услышите голос. Птицы, птицы, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. Все должны замереть. Если шорох продолжится, это значит, что игра окончена и нужно немедленно прекратить. Среди вас невидимка. Что-то новенькое. Природа машина. Природа сильнее человека. Все в ней разумно и просто, все объяснимо. Ее законы просты и стабильны, и самое надежное из них — это время. Циклы распада необратимые, но повторяющиеся процессы. Оно всегда ставит все на свои места. Да, друзья, время действительно все расставит на свои места. Истинно так. Каждому отмерен свой срок. Посмотришь на часы и задумаешься, сколько тебе еще отпущено. Лучше гнать от себя эти мысли, а то еще накликаешь. Ты прав. Лучше об этом не думать. Я пока не буду выходить из домика. Я, пожалуй, его обследую. Ничего? Ничего. Так. И время встало. Так, не видно, что там. Что там, а? Если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет. Чистых листов остается все меньше. Выходи, пора. Да? Думаете, пора? Ладно, так и быть. Так и быть, пойду.
Дверь же не просто так открылась. Оп. Так. Идем. Может быть, мы не туда идем? Кто-то воет опять. Вот ты. А ну-ка. Ты что это тут? Забыла. Так, по-моему, надо вниз все-таки. Это что-то как-то я очень долго брожу поверху. Опять девочка это у нас тут. Опа. Интересно, что это такое. Все, что ли? Иногда мне мерещатся вещи, которых просто не может быть. Я порой даже вижу на небе новые звезды. Но я не отмечаю этого в рапортах и архивах. Просто депрессия, или, может быть, я даже болен. Говорят, это называется дремой и приводит к сомнамбулизму. Это пройдет. Бывает, да. Бывает и такое. Ты просто ходишь во сне, а потом утром просыпаешься, и тебе говорят, чувак, ты ходил во сне, но ты отвечаешь, что не помнишь этого. О! Отлично. Ну что ж, мы сегодня неплохо поохотились за кошмарами, обошли наш домик, немножечко поспали и немножечко пошугались. И на этом, дорогие друзья, с вами прощаюсь. Спите спокойно!